Профессионалы своего дела собрались в актовом зале клинического госпиталя Лапино. Перед медработниками выступил основатель клиники Марк Курцер. И вот с чего все начиналось. Мы открылись сначала с одним набором, где была хирургия, терапия, урология, акушерство, гинекология и, конечно, реабилитация. То потом появилось ЭКО, сосудистый центр, онкологический, очень-очень много других, и в том числе и наш любимый Лапино-4. С поздравительной речью к медработникам обратился и глава муниципалитета Андрей Иванов. Ваша команда успешно рушит миф о том, что качественная современная медицина может быть только за рубежом. Так вот это совершенно не так. Не нужно никуда лететь. У нас в России, в Лапино, есть профессионалы высочайшего уровня, есть самое современное, сложное оборудование. Андрей Иванов вручил работникам госпиталя цветы и заслуженные награды – почетные грамоты. Масштаб вашей работы за 10 лет он впечатляет. Насколько я помню, 3 миллиона амбулаторных приемов как взрослых, так и детей. Почти 100 тысяч пациентов прошли лечение в стационар. Более 20 тысяч принятых родов. 6,5 тысяч циклов ЭКО. 60 тысяч хирургических операций. И все это на высочайшем уровне. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».